Что с тобой? Много всего навалилось. Много чего? Нервозность, чувство отверженности и неполноценности, личностные проблемы, моральные проблемы. В общем, жизнь. Чарли победил в кулинарном конкурсе штата пару лет назад. Он гений на кухне. Чарли, ну что ты? Прекрати! К Брук завтра пойдешь, все там будут. Отлично. Каждому лично смогу рассказать, что живу с родителями, пока они открывают свои компании. Чарли застрял на месте. А что у вас, девчонка из кафе? У тебя все получится. Ты же Чарли Бреннер. В этом-то и беда. Привет. Слушай, я просто хотел сказать, что я тебя часто тут вижу и... Ага, всего хорошего. Могло быть и хуже. Не могло. Но порой стоит сделать шаг назад. Привет. Просто хотела объясниться после той нашей встречи. А почему ты работаешь в кинотеатре, а не в ресторане? Думаешь, я не вижу, что происходит вокруг? Я в ужасе от того, что мне всего хватает. И в ужасе от того, что хочу большего. Не позволяй страху управлять твоей жизнью, чтобы двигаться вперед. Поговори со мной. У меня нет всех ответов. Я не понимаю. Ты умный, добрый. Всех смешишь. Не смешу. Смешишь просто ненарочно. Фредди Хаймер, Адея Раш, Хейли Джоэл Осмонд, Мардж Хельгенбергер, Крис Мелони. Всегда иди навстречу судьбе, даже через силу. Похоже на надпись футболки. Почти друзья. Она единственная, с кем я чувствую себя обаятельным. Что с тобой? Просто пытаюсь вызвать у себя аневризму. Ты не обаятельный. Вот и я о том же.